Один день из жизни предпринимателя. Привет, я Наташа, основатель бренда Чик. Сегодня вечером у моих кисточек фотосессия. И я собираюсь посетить это мероприятие. Так что утром есть время подготовиться и, думаю, успею позаниматься другими делами. В начале дня смотрю сценарии для видео, которые для меня подготовила команда. Все внимательно читаю. Параллельно накидываю еще своих идей, чтобы в случае, если на съемке останется время, мы не сидели без дела и делали максимум. Спойлер, времени на это не хватит. Но, как говорится, пусть будет. Дальше проверяю, как там дела на площадках и почте. Чекаю новые письма, вопросы, отзывы. Отвечаю на все, что есть, чтобы когда выпаду из онлайн, работа не останавливалась из-за нерешенных задач. Время поджимает. И чтобы не опаздывать, уже готовлю товары и реквизит для съемки. И отправляюсь на студию руководить процессом. О, это мы любим. На самом деле, обожаю свою работу за то, что у меня каждый новый день не похож на предыдущий. А еще за то, что открываю в себе новые таланты каждый раз. Подписывайся, здесь все о жизни предпринимателя.